Здравствуйте, меня зовут Мадеева Инесса Витальевна. Я студентка второго курса Башкирского государственного педагогического университета имени Мухтахидина Акмулы группы ЗПНОС 2121. Сегодня хочу вам показать несколько упражнений, которые вы можете использовать при проведении мероприятия, посвященного Дню здоровья. Для начала все ребята делятся на команды. Каждая команда выстраивается в колонну друг за другом на линии старта. Перед каждой командой на одинаковом расстоянии ставится конус или стойка. Командир команды встает первым. Первое упражнение называется «Эстафета с палочкой». По сигналу первый участник команды бежит до своей стойки или конуса. Отбежав его, он возвращается к своей команде и передает эстафетную палочку другому участнику. Упражнение заканчивается тогда, когда его выполнят все игроки команды. Следующее упражнение называется «Змейка». Команда выстраивается в колонну друг за другом. Расстояние между детьми должно быть примерно 1 метр. Первому участнику команды в руки дается мяч. По сигналу старта он оббегает каждого участника команды по принципу змейки. Далее бежит к своей стойке или конусу. Оббегает его и, возвращаясь к команде, передает эстафету к следующему игроку. Упражнение заканчивается тогда, когда его выполнят все игроки. Эстафета «Бег в обруче». Игроки выстраиваются парами. У первой пары в руках гимнастический обруч, а перед командами стоит стойка или конус, который нужно оббежать. По сигналу два первых игрока продвигаются вперед. Один вне обруча, второй внутри обруча. Оба держат обруч руками. Оббежав свою стойку или конус, пара меняется местами и, вернувшись к своей команде, передают эстафету следующей паре. Эстафета заканчивается, когда упражнение выполнили все игроки, и обруч снова оказался у первой пары. И последнее упражнение, которое я хотела бы вам показать. Упражнение называется «Эстафета с обручем и мячом». Команда выстраивается в колонну. Перед каждой командой обруч, по центру которого стоит стойка или конус. У первого игрока в руках мяч. По сигналу первый игрок добегает до обруча, кладет в него мяч и возвращается к своей команде. Следующий игрок, приняв эстафету, бежит до обруча, забирает мяч и возвращается с мячом к команде. Все повторяется до тех пор, пока все участники не выполнят упражнение.